чтобы избежать стресса перед отпуском, постарайтесь заранее спланировать все дела. Как минимум за неделю составьте список всех важных и неотложных дел. Закройте все долги на работе. Если не успеваете, попросите помощи коллег, чтобы потом на отдыхе вас не тревожили никакие телефонные звонки по поводу работы. Составьте список необходимых дел. Оплатите кредиты, коммунальные услуги, телефон, чтобы, вернувшись, не попасть в должники. Постарайтесь найти человека, который будет хотя бы раз в неделю поливать в вашем доме цветы. Что касается вещей, которые отправятся вместе с вами в путешествие, о них стоит позаботиться заранее. Не откладывайте сборы до последнего дня, иначе вы можете забыть что-нибудь очень важное. Чемодан лучше всего упаковать за пару дней до отдыха. А также перед самым отъездом проверьте наличие паспорта, билета и, конечно же, аптечки. Куда бы вы ни поехали, обязательно возьмите с собой дорожную аптечку. В набор отдыхающего должны войти обеззараживающие средства, зеленка, перекись водорода и йод. На некоторых авиарейсах провоз этих препаратов в жидком виде запрещен, так что воспользуйтесь карандашами с этими средствами. Не забудьте захватить жаропонижающие и обезболивающие, также положите в аптечку пластырь. Ну а перенести дорогу без укачивания помогут современные лекарства, которые не вызывают привыканий и подходят даже детям. А если едете на отдых в экзотические страны, в первые дни привыкания к местной кухне просто необходимо средства от желудочных расстройств. Помогут не испортить отпуск и фермент для улучшения пищеварения. Даже если у вас нет сердечных расстройств, положите в аптечку валидол. Таблеточка валидола поможет вам прийти в чувство, если вы перегрелись и утомились после ночной вечеринки. И еще одно неожиданное применение. Немножко размоченная в воде таблетка валидола поможет от укусов комаров и других насекомых. Запомните самое главное. Тщательная и хорошо спланированная подготовка к отъезду поможет вам не только избежать стресса перед отпуском, но также сохранить силы и хорошее настроение для того, чтобы насладиться отпуском на все 100%.